Добрый день. Я Рабинович Альмин Моисеевич. Мы поговорим с вами об изменениях, внесенных в ФСБУ 26-2020 капитальные вложения, связанные с принятием нового федерального стандарта по нематериальным активам, а также некоторые изменения, не связанные с принятием нового стандарта. Эти изменения полезно знать, они облегчат понимание ФСБУ о нематериальных активах. Смотрите на видеоконсультант.